А это наш маленький Женечка Вербицкий из Санкт-Петербурга. Ему 3 года и 8 месяцев. Женька, привет! Привет! Песенку про розового слона споет тетя Ли? Да. Ну, спой. Чего дальше? Такая у нас душевная песня. Жень, давай покажем, что мы с тобой можем. Давай? Давай, мое солнышко, покажи мне, пожалуйста, где у нас пальчики? Вот это пальчики, а пальчик у гимнастика. Давай вместе сделаем. Это чип в. Этот пальчик все съел, а там. И потолстел. Смотри на тетю Лену. А давайте я покажу, как мы можем выучать. Давай. Еще дальше. Вот как. Вот. Вот так мы ручим за 2 месяца работы. Женя начал заниматься, когда ему было 3 года и 6 месяцев. А сейчас нам 3 года и 8 месяцев. И наша речь была такая, как песня про розового слона. Чисто говорку про сон. Са-са-са. Давай. Са-са-са. Укуси. Глазки, тетя. Укусила. В нос. А-са. Со. Со-со. Стал мой нос, как колесо. Окей. Что у нас на картинке нарисовано? Что это? Са. Са. Дальше. Со. Сон. Со-то. Носок, посох, посох, носок, солнышко, солнцук. А для этого мы еще умеем с ней и читать. Поехали, классный звук.